Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Посадка перца в правильное время в зависимости от фазы луны поможет овощу лучше адаптироваться. Опытные садоводы говорят, что посадка по лунному календарю делает рассаду крепкой и меньше подверженной заболеваниям. Так, фазы луны влияют на рост растений и их устойчивость к вредителям и заболеваниям, а также на рост овощных культур в целом. Благоприятные дни для посадки перца по лунному календарю в январе 1 числа 5-го 6, 27 и 28. В феврале лучшими днями для посадки станут 4 число, 5, 13, 14, 17, 18, 19, 22 и 23. В марте садить перец лучше всего в таких числах: 3, 4, 17, 18, а также 22, 23, 30 и 31. Для тех земледельцев, которые не успели посадить семена перца в феврале или марте, можно это сделать и в апреле. Стоит обратить внимание, что наиболее благоприятными днями в апреле являются 8, 9, 14, 18, 19 и 28 числа. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!